выступает Юлия Ложечка. Юлия Ложечка на трех снарядах в отдельном виде многоборья выступает. Ну и вот эта гимнастка, которая нам уже так понравилась, Надежда Иванова. Посмотрим, что покажет она в вольных. Чуть-чуть выскочила за ковер. Ну, из сивильского цирюльника Россини музыка. Но здесь она действительно, вот то, что мы видели и на бревне, элегантно. И вот умеет себя преподнести. Теперь Верди, Травиата, вот классическую музыку она выбрала для своих вольных упражнений. И улыбка, и все при ней. Запоминающаяся гимнастка. Тройной пируэт. Молодец. Вот бывают гимнастки, которые, может быть, в техническом отношении еще далеко до совершенства, но вот выходит она на ковер, и все взгляды на нее. Все смотрят, любуются, восхищаются. Двойное сальто углом. И концовка. Молодец. Запомним эту гимнастку. Надежду Иванову, москвичка. Поздравляют ее. 8,9. Она получает чуть-чуть больше, чем у Алены Полян оценку. Вот у нее на 25 тысячных больше было. Кусаинова, Уральский федеральный округ. Ну вот, выход за помост был, выход за ковер. И, конечно, наказана была она за это. Но все равно Кусаинова. Гимнастка с большим будущим. Были игры Москва-Юта, и вот именно там себя очень хорошо проявила Надежда Иванова, там она стала абсолютной чемпионкой. Давайте пожелаем ей успехов в дальнейшем, как, впрочем, и всем гимнастам, которых мы сегодня видели, потому что...